очнулся и землю по реке разбить на участок, а потом отдавать в аренду под дачу, то вы будете иметь самое малое. Мы вчера нормально посидели. Пивка попили. Слушай, наши же вчера у чехов выиграли. Мужчина, вас понимаю, Ермолай, взяли. Вы будете играть с дачника. Самое малое по 25 рублей в год за десятину. Мы вчера нормально посидели. Пивка попили. Наши же вчера у чехов выиграли. Ха-ха-ха.